Перед началом мозгового штурма команды собираются в большом зале. Школьники приветствуют друг друга и дают старт 13-му областному открытому чемпионату по интеллектуальным играм «Что, где, когда». Среди школьных команд Тамбовской области – «Весенний бриз». Чемпионат по традиции проходит в три этапа – муниципальный, зональный и финал. В интеллектуальных играх принимают участие две возрастные категории – это 6-8 классы и 9-11 классы. Это большой финал турнира области. За столами собрались лучшие умницы и умники региона. Ребятам предстоит ответить на вопросы из самых разных областей знаний. В финал вышли 24 команды из 10 муниципалитетов области. Это команда интеллектуала из 31-й школы Тамбова. Все они почти выпускники. Несмотря на то, что 11-классники сейчас активно готовятся к экзаменам, команда решила принять участие в интеллектуальных играх и отстоять честь своей школы. Одному команду подбирать было сложно, поэтому я все-таки советую с учителями, кого они посоветуют. Ну и все-таки сам тоже смотрел. Для меня были легче исторические вопросы, поскольку участвовал в различных исторических олимпиадах. Все-таки ведется подготовка и к ЕГЭ, и это тоже влияет на подготовку к конкурсам, вот как сейчас у нас «Что, где, когда». Чемпионат состоит из трех турниров – командная своя игра, спортивная версия игры «Что, где, когда» и интеллектуальный брейн-ринг. В каждой игре команда набирает очки, чтобы стать лучшей из лучших. Зачастую победителями становятся вовсе не те, кто больше знает, а те, кто умеет наблюдать и быстро реагировать в игровой ситуации. Это в первую очередь развитие интеллекта. Это развитие их командного сплочения. Это развитие... взаимовыручки. Конечно же, это все их повышение их интеллектуальной значимости, их IQ. По сумме трех дисциплин победители каждого турнира и абсолютные победители будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки области. Олеся Павлова, Олег Осипов, Ольга Кириллова, область новостей.